снимаю крышу, она здесь съемная, здесь по периметру получается 53 болта идет. Сейчас их все откручиваю и полностью смогу снять крышу. Все, прошелся я по периметру, открутил крышу. Вот не знаю, одному-то снять ее тяжко будет. Да, один я ее не сниму. Буду кого-нибудь звать на помощь, чтобы помогли стянуть. А потом буду уже откручивать вот эти боковые, задние. Они отдельно идут. Вот такие ручки здесь сзади, снизу. Пытался их открутить, не откручиваются. Замочил. Резьбу пытаюсь расшевелить. Вроде сначала идет легко, все нормально, потом подкусывает и все. Я уже ее и так, и эдак танцую, танцую, ничего не получается. Вот она срывается, идет, буквально чуть-чуть отходит и все. И вот начинаю вот так вот ее расшатал. Здесь он получается сантиметр резьбы торчит за рамой, и он коррозией весь покрывается. Но таким образом буду расшатывать. С одной стороны я ручку открутил все 4 болта, а вот с другой стороны ни одного не открутил, все 4 обломались. Надо будет высверливать. Продолжаем. Снял крышу, танцевал, танцевал с ней. Вот так вот выглядит без крыши. Сейчас выдергиваю клин с резинок уплотнителя стекла и снимаю стекла, снимаю боковые и снимаю форточки вот эти угловые. Когда сниму стекла,
откручу целиком вот эти угловые стойки. Ну и дверь тоже. Дверь тоже откручу, сниму. Здесь уже разъем. Сами еще что-то делали. Ограничитель. И 4 гайки с петли скину. Снял стекла. Теперь откручиваю дверь. Вот 4 гайки, 2 гайки сверху и 2 гайки снизу. И дверь целиком сниму. А после этого уже буду откручивать вот эти уголки. Сниму уголки, потом сниму сиденья передние и задние. Сниму. Открутил заднюю дверь, снял с нее ручку. Ну, замок, номер, подсветку номера. Сейчас также эти фонарики сниму с этой стороны, да с этой стороны. Вот эту заклепки сосверлю, сниму. Потихонечку дело идет. Открутил эту рамку. И открутил сиденье с одной стороны. Сейчас срубаю клепки и поснимаю вот эти накладки. Они в другой цвет будут краситься. Все по кругу. Ну и сниму рамку лобового стекла. Она у меня откручена, только осталось ее снять. Снимаю. Потихоньку разбираю. Ну и также с другой стороны тоже расклепываем и спереди.